Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Аглая Марс. Я очень рада видеть вас у себя в гостях. Сегодня я вам покажу а, свои недавние покупки одежды и обуви. И тут еще есть сумка. А, в общем-то, у меня таких видео на канале еще нет, но я решила, что, возможно, это будет кому-то интересно. Сейчас я вот в такой вот олимпийке. Это не новая моя вещь, но я ее просто обожаю. И я думала, что я ее потеряла. Вы представляете, я так расстроилась. И мы приехали в Санкт-Петербург вот сейчас с мужем, и я ее там нашла с таким облегчением. Я не знаю, чем я думала, когда я ее там оставила в прошлый свой приезд, учитывая, что я очень люблю эту вещь. Она такая, знаете, ну, в общем, она укороченная, не длинная. Этим она мне очень нравится. Очень красивый у нее такой цвет. В общем-то, давайте начнем. Не будем долго затягивать, что я купила. <с Nerd> я купила давнишнюю свою хотелку, ну, как сказать, давнишнюю хотелку, я периодически ее видела на каких-то блогерах, селебрити, ну, в общем, на каких-то людях публичных в интернете, и решила, что, ну, хватит уже откладывать это событие, <с dois> я купила. В общем, это вот такая вот, как это назвать правильно, я не знаю, наверное, long sleeve, да, это long sleeve от бренда Comme des Garçons, кстати, они еще выпускают парфюмерию, и парфюмерия недурная, но... Нигде почему-то в пар сетях я то ли внимания на эту парфюмерию не обращала, то ли ее там нет. В общем, не знаю, в чем прикол. Это Comda Garzons Play. Это их такая линейка. У них тоже, кстати, в парфюме есть просто парфюмерия Comda Garzons и Play. И там тоже вот такое сердечко. Короче, вот это вот сердечко, это именно, ну, скажем так, маскот вот этой вот линейки Play она просто из какого-то нереально крутого, очень мягкого хлопка. Я ее себе тактильно представляла совершенно по-другому. Я думала, она будет потолще, я думала, она будет поменьше. У меня размер М, в принципе, м это мой обычный размер, но она довольно-таки широкая и довольно-таки длинная. Но это прикольно, она не в оптигон, она, так знаете, оверсайзно смотрится, она очень классно смотрится джинсами на высокой посадке. Ну и, в принципе, вещь просто супер, я в ней сдавала на права, она мне принесла удачу. Вот, э, они есть в разных расцветках, у меня такая классическая расцветка, черно-белая такая тельняшка. Есть еще расцветка синяя-белая, по-моему, красно-белая, но я очень долго выбираю. И остановила свой выбор, и здесь прям вышито это сердечко, нитками прям так вышито, очень красиво, в общем, я эту вещь уже просто обожаю, я из нее не вылезаю, и очень рада, что я решилась на эту покупку. А, следующая вещь, а, ну давайте так, в разнобой будем, это вот такая вот кепка вообще, я раньше никогда не носила кепки, бейсболки. Не знаю почему, но как-то, мне кажется, сейчас на них стала возвращаться муда, и я все что-то гуляю, гуляю тут у себя по, селу, а у нас тут такая модная молодежь, между прочим, живет. И молодые девчонки все вот в этих вот бейсболках. Ну, не в этих, а в принципе в бейсболках. И я такая думаю, а что это вот я-то все без бейсболки, без бейсболки уже как бы надо тоже, знаете. Ну вот но думала черную как-то, черная вроде такая универсальная, но как-то, знаете, летом это все будет напекать, нафиг оно мне надо, вот, и я вообще-то уже забыла про эту бейсболку, лазила, это все эти вещи я заказывала в интернете, то есть я их, и они мне все подошли, что самое интересное, они мне все подошли, это вообще просто какой-то нонсенс, и я увидела просто случайно вот этот цвет, вот этот цвет и супер, потому что не напекает ничего. И у меня есть вещи такого тоже оттенка фиолетового, и костюм есть спортивный такого оттенка, и все так хорошо сочетается. И здесь очень интересно, что видите здесь как сзади, здесь вот такая вот кожаная, вот этот кожаный ремешок, то есть не, не фиолетовый такой хлопковый, а кожаный. Это фирма Кенгл, ну, не знаю, может быть, кто-то знает, с, такой вот, с таким вот кенгуру. И, кстати, мы когда были в Санкт-Петербурге, мой муж, он же, кстати говоря, из новостей, в общем, кого нет у меня в Телеграме, но кто знает моего мужа, он обрезал свои шикарные длинные локоны, и теперь он лысый. Это просто нечто. Не спрашивайте меня, как он меня уговорил, я сама ему уже предложила, потому что я понимала, что человеку просто тяжело уже с волосами, лето, жарко. И я вам хочу сказать, что ему так идет, и я так рада, что мы решились на это. В общем, была одна отдельная тема, надо было это сказать в видео про новости последние мои. Ну ладно. Вот, и мы, когда были в Санкт-Петербурге, он очень захотелся такой картузик купить, и именно вот этой почему-то фирмы Кенгл. И в Питере есть фирменный магазин этот Кенгл, и мы там купили картуз, и там были тоже вот эти бейсболки. А поскольку я ее ждала, ну, то есть заказ ждала свой, я же заказала, и где-то месяц я ждала все свои вещи, большинство. Вот, и я так посмотрела на эти кепки, примерила, так там не было этого цвета. Потом мы с ним пошли в другой магазин, где разные бренды представлены. Там тоже были эти кепки всех цветов, но этого цвета не было. Так что у меня вот такой вот эксклюзив. Я просто тащусь. И мои девчонки в Телеграме тоже сказали, лид цвет бомба. И вообще, мне кажется, мне идет очень вот такой вот формат головного убора. В общем, напишите, как вам. Я прям кайфую. Так, следующая моя покупка. Давайте раз уж про... Как это? Про, не про аксессуары, но про одежду, да? В общем, девочки, это просто нечто. В общем, когда я увидела эту вещь на сайте, я просто не могла спать. Я не знаю, я просто, вот понимаете, пару слов о том, как я покупаю вещи. Вещь должна на меня смотреть. Я могу прийти в магазин, ну вот, допустим, я знаю, что мне нужно купить брюки там и какую-нибудь футболку. Вот позарез мне уже это надо. Но если на меня ничего не смотрят, в Фиг я что куплю. Так вот, эта вещь на меня смотрела. Короче, посмотрите, во-первых, в каком она классном пыльнике. Это рюкзачок от Кинзо. Такой вот пыльник. Мне так нравится. Он весь такой хлопковый. Я как-то покупала сумки в ГЕС, и они там тоже в пыльниках. И пыльники такого отвратительного качества. Какие-то синтетические. Короче, в этом пыльнике можно спокойно что-нибудь носить. Не стыдно. В общем, девочки... Вы просто на это посмотрите. А, влюбилась в цвет. Влюбилась в цвет и чтобы вы понимали, да? Ну, честно говоря, я думала, они будут приблизительно на одного цвета. Но даже хорошо, что они не в цвет. Вообще очень сложно такие оттенки, чтобы они были идентичны, да? Но, тем не менее, просто посмотрите. Во-первых, размер. Размер, это он когда пришел, муж такой говорит, он такой маленький. Я говорю, да, он такой маленький. Причем, вот это такая странность, вот эта модель у Кинзо называется Кампус Мини. У них есть еще большой такой рюкзак, и он стоит дешевле, чем маленький, я не понимаю. Но большой это не то, вы не понимаете, это вообще не то, он вообще не так смотрится. Короче, я балдею от цвета, я балдею от этой вышивки, я балдею от этих лямочек, вот с этими вот такими вот тяжеленькими, толстыми, э, как это назвать, я не знаю, уже все слова забываю от восторга, в общем, как это, В общем, здесь вот такая вот тоже гравировка, кинзо, все такое, вот, но он довольно-таки вместительный, здесь вот такой вот маленький карманчик, и внутри никаких карманчиков нет, просто у меня здесь что-то уже лежит. Вот, внутри, в общем, здесь тоже вот э, такая ткань с э, гравировкой кинзо. Короче, девочки, ну вот если вы мне не напишите, что это произведение искусства, я вас просто не пойму. Потому что это невероятная красота, это теперь моя любимая вещь. Я у себя в Телеграме даже фотосессию устроила этому рюкзачку. В общем, это мое на 100%, просто обожаю. А, так, далее. Значит, когда мы были в Санкт-Петербурге, а, в качестве подарка на годовщину <laughs> мой муж оплатил мне небольшой шоппинг. <laughs> Причем это было очень смешно, потому что... Короче, я не знала, что, мне, что я хочу на годовщину. Я не знала. Вот, я думала о каком-то парфюме сначала, потом я захотела какое-то колечко. А, мне Коля дарил на какой-то день рождения, в общем, серьги ТОУС как, -то, как это читать правильно, вот у них этот логотип, мишка-то вот этот, тоус, не знаю, как, мне нравятся их ювелирные изделия, и я думаю, ну вот к сережкам надо бы колечко. И мы заходим в торговый центр, муж мне говорит, ну вот, на первом этаже, хочешь, пойдем посмотрим, подарок тебе, я говорю, да, потом, давай. А мужу, муж хотел купить себе брюки карго. И мы пошли в наш любимый магазин, там разные бренды представлены, кому интересно, магазин называется Kixbox в торговом центре галерея. Ну, в общем, ну, естественно, я там тоже пошла, короче, все это смотреть. И муж у меня, ну, штаны я эти уже очень активно ношу, поэтому они уже, знаете, такие, ну, видно, что уже, уже недели, две или три я их ношу. Он, короче, стал мерить всякие брюки, и он по ошибке взял женские. И, и что-то не лезет в них, и не лезет, короче. Я говорю, ну-ка дай ко мне. А они мне так понравились, короче, девочки. Общем, вот такие вот брюки. Ну, я их вам, я здесь вставлю, как я в них выгляжу, в общем, в этих брюках. А брюки, значит, они типа как карго, вот, брюки карго довольно широкие, очень красиво сидят на моей фигуре, это меня просто подкупило, у них высокая посадка, такой вот ремешочек здесь есть, все затягивается, они, когда я их только купила, были мне очень тесноваты, но буквально на следующий день они прям разносились, и теперь они сидят на мне супер комфортно, это фирма Громичи, я такой фирме не знала, потом зашла в интернет, почитала, что у них довольно такая, это известная, оказывается, фирма, довольно качественная одежда. Они в коллаборации с Японией, по-моему, делают свои вещи. В общем, я в этом мало понимаю. Здесь, так интересно, вот такая вот, как это сказать-то, я не знаю, такой вот ярлычок. В общем, я вам уже здесь, наверное, показала, как я в этих брюках выгляжу. Это теперь одна из моих любимых вещей. Она сочетается практически со всем, что я ношу. Просто, просто какая-то нереальная красота. Так, и в этом же магазине я это это эта история грустная сразу говорю история грустная в общем я купила вот такую вот толстовку фирмы Кархарт вот так вот она выглядит я вообще очень люблю ну наверное может быть вы как-то поняли в основном какие бренды мне нравятся самый, наверное, мой любимый бренд это Лакост. У меня очень много вещей Лакост и обувь Лакост. Ну, не знаю почему, но когда я прихожу в Локост, я всегда там нахожу то, что мне нравится. Мне нравится стиль этой марки, ну, в общем, все такое. Фред Перри мне также нравится и Кархард. И вот, значит, вот такая вот толстовка Кархард. Она очень понравилась моему мужу, как она смотрится на мне. Но просто посмотрите на эту. Вот на эту. Как было дело? А, значит, мы с мужем пошопились. Я сразу во все это переоделась в штаны, в эту толстовку Кархар, потому что настолько мне понравилось это все. И мы пошли поесть в ресторан и ели азиатскую еду. И к этой азиатской еде был какой-то соус. И, ну, такой, знаете, жидкий какой-то, даже как водичка. И мне сдается, что в этом соусе была какая-то лимонная кислота или уксус. И я капнула и стала усердно это все затирать влажной салфеткой. И, короче, и, короче, вот такой вот результат, девочки. Этого так не видно в жизни. Ну, здесь и свет такой у меня, и, ну, и, в общем-то, на камере всегда все видно, особенно на моем телефоне. Ну, вот как бы вы видите, да, результат. Но, в принципе, это такая линейка, где, вот видите, все в таких протертостях. На следующий день я пошла в химчистку. Пришла в химчистку, вся в расстроенных чувствах, говорю, Милая девушка, что мне делать? Я говорю, что мне делать? Может быть, вы как-то можете это покрасить. Она говорит, девушка, не расстраивайтесь. Вы, вы зря расстраиваетесь. Это просто такая вещь. Это такой хлопок. Он просто так покрашен. Он у вас со временем, она сказала, будет и в других местах протираться. И это все будет гармонично выглядеть. Но я, говорит, вам рекомендую просто взять какой-нибудь, типа, отбеливатель мягкий босс, но не в горячую воду, а в холодную. Это все замочить. И у вас цвет сравняется, и все будет нормально. И вообще не парьтесь, короче. У вас со временем все равно равно, э, она потрогала, пощупала, посмотрела эту всю вещь, потерла ее, и говорит, у вас со временем это все будет протираться, это просто специфика такой вещи, и после стирок она будет, как бы цвет будет, э, как бы вот цвет будет, короче, в общем, сравняется, вот это вот пятно выцветшее сравняется с остальным цветом, но, тем не менее, толстовка просто бомба, вот, э, нельзя сказать, что это какая-то некачественная вещь, Кархард это довольно качественная одежда, но просто это так, вот такая специфика вот этой вот краски. Да, она действительно будет и со временем выцветать. Вот. Просто 15 тысяч рублей в помойку. Но ничего страшного. Это в жизни так не бросается, так что все нормально. Я уже не расстраиваюсь, я уже это пережила. Дальше, следующая вещь. Следующая вещь это вот такое платье. Adidas Originals милейшая вещь. Заказывала тоже вслепую, ну как вслепую, это я уже как про парфюм, не вслепую, а, в общем, ну, понимаете, без примерки, да. Ну, просто лето обещали жарко, и я думаю, мне надо какое-то такое хлопковое платье. У меня есть такие платья, ну... У меня же девочка, мне же надо новое все. Я, кстати говоря, забегая вперед, скажу, что вещи я покупаю редко. Вот. Но если я их покупаю, я их покупаю не на один сезон. Это касается и обуви, и аксессуаров, и одежды, и брюк, и всего. То есть я не, я не как сказать, я не шопоголик, короче, в одежде, то есть я стараюсь не покупать прям масс-маркет, типа Zara, H&M, вот, я стараюсь покупать какие-то вещи такие более-менее качественные, типа, ну, в общем, я их ношу подольше, вот. Вот такое платье, я вам сейчас тоже его покажу на себе, как я в нем выгляжу, оно супер-супер легкое, такое вот оверсайзное, здесь вот такая верхняя часть, как футболка, и дальше здесь такие вот пуговки, вот такой вот хлопок, все такое мягкое, все такое летящее, все такое легкое, классно смотрится. Единственное, я не поняла, прикола здесь, знаете, такая вот отметка стоит на ярлычке, что dry clean only. Что это значит, я не понимаю. Я не понимаю, это что, нельзя стирать в машинке? Что значит dry clean only? Только сухая чистка. И что бы это ни значило. Ну, в общем, я еще эти, эти моменты не гуглила в интернете, но все предстоит. Следующая вещь. Это вот такая вот футболка. Она укороченная. И она... Это Nike, по-моему. Да, Nike Dry Fit. В общем, так интересно. Сделан в Таиланде, кстати говоря. Вот. Слушайте, она такая классная. Она такая легкая, ее надеваешь, и такое чувство, что в ней прохладнее, чем без нее. Я не знаю, как это работает, какой-то, короче, здесь такой материал. Он такой вот весь в рубчик, на манер как у лакост вещи, но я не знаю, что это. Она, во-первых, она такая мягкая к телу. Ну, Nike, это же спортивная одежда все-таки, да, это такая линейка, такая casual спортивная, можно сказать. Она укороченная, это классно смотрится, такая тоже оверсайзненькая, с таким вот интересным воротничком. Но ее, когда надеваешь, в ней прям прохладно. Это так классно. Она такая легкая, но она ни, ни, нигде там не просвечивает то есть можно ее без белья спокойно носить. Просто супер. Это я так, знаете, брала такую футболочку. Я вообще в футболке как-то так. Ну, у меня есть любимая футболка, Локост. Я что-то все в ней вхожу, хожу. Думаю, надо что-то пестренькое купить, что ли, себе, на, для разнообразия. В общем, вот такая вот классная. И здесь э, вот такая вот вышивка, Nike. Ну, ее незаметно, это хорошо. Вот. Вот такая вот класснючая, легкая, яркая, классная футболочка. Следующая вещь, ее я заприметила на сайте самую первую. Это вот такая вот, я даже не знаю, как это назвать. Честно, я не понимаю, как это назвать. В общем, это вот такая вот тоже укороченная, хрен пойми что. Я в ней видео болталки в этой кофте. Uh, тоже Adidas Original, здесь uh, она затягивается, можно затянуть, можно не, не затягивать, uh, вот такие вот прикольные резиночки, резиновая такая здесь как фурнитура, да, вот. Такая классная вещь, очень классно смотрится. Я вообще люблю всякие укороченные приколы вот эти. У меня вот эта олимпийка укороченная, футболочка укороченная. Я почему-то люблю, но я в основном потому, что ношу джинсы -джи с высокой посадкой. Наверное, поэтому. Вот. И хорошо смотрится. У меня левайсы есть такие классические синие, они тоже с высокой посадкой. В общем, она очень бомбово смотрится. Она тоже такая оверсайзная, очень красивый такой кремовый у нее цвет. Я ее уже тоже вовсю ношу размеры не говорю, потому что девчата размеры у всех вещей разные, заколебешься там понимать там как, какие-то европейские, какие-то азиатские, какие-то там русские, короче, я вообще не в этих размерах, я просто смотрела отзывы, короче, и тыкалась, мыкалась, в общем, и вроде, вроде, слава богу, все подошло, но в общем чудесная тоже такая вот вещь. И следующая вещь, в общем, я не знаю, что с ней делать, девочки, а, я хочу ее продать, потому что у меня уже такая вещь оказывается есть. В общем, это кюлоты, тоже Adidas Origin. Короче, если вы, вы хотите у меня купить что-то, <зайдите>, зайдите в Телеграм, потому что я, наверное, их куда-нибудь пристрою. В общем, вот такие вот кюлоты. Вот такие вот кюлоты, синтетические, но в них не жарко. Наверное, прикреплю сюда фотографию, как я в них выгляжу. Я даже бирки не снимала, вот с бирками все. Значит, размер 36. Они нормально мне подошли, все, нигде не жмут. Здесь вот такая вот резинка, они классно смотрятся на таких фигурах. Вот у меня бедра, они на модели по-другому смотрятся. Там модель, мульчковая фигура, бедер вообще нет никаких, то есть просто висят. Но они классно смотрятся на девочку, у кого бедра и попа. Вот как у меня фигура очень красиво смотрится, но просто у меня уже двое кюлот. Я не знаю, зачем я их заказала, вот честно, в какой-то горячке вот такое чувство. Возможно, я думала: а я вспомнила, почему я их заказала. Я посмотрела на модель, как выглядит модель в этих кюлотах, и я подумала: эти все модели высоченные, у меня рост 162. Все штаны мне длинные. И я почему-то так решила, что эти кюлоты будут как просто такие вот широкие штаны. А они оказались мне по росту. Они мне оказались по росту, и они мне как кюлоты на мне смотрятся. Я думаю, ну на кой хрен мне еще одни кюлоты. Короче, если вам нужны кюлоты, я фотки сюда прикреплю. Вот, Adidas Originals. Ну, Adidas из России ушел. Так что эксклюзив. В общем, может кому надо. Здесь карманы вот такие вот. Ну, не знаю, короче, если не продам в течение месяца буду носить, посмотрим. Классные. Они смотрятся вот с этой вот кофточкой как костюм. Здесь черный логотип, да. Здесь белый логотип тоже вышит ниточками. Это не наклейка, это вышивка. То есть это э, не, не, не пластиковая наклейка, это вышивка нитками. Смотрится. Ну, что говорить, это качественная вещь. Я вообще обожаю Adidas. Я не, вот, кстати, говорила про любимые бренды, не сказала про Adidas. Я очень люблю вещи Adidas. У меня спортивный костюм Adidas by Stella McCartney. Я, кстати, очень люблю серию by Stella McCartney, но на сайте почему-то не было особо представлена коллекция by Stella McCartney. Это такая, знаете, типа, ну, не премиальная линейка в Adidas, ну, типа в коллаборации с дизайнером Stella McCartney. У нее есть свой бренд. Кстати, у нее даже есть парфюмерия, не дурная, говорят. Вот, а есть в коллаборации с адидасом. Очень мне нравится. В общем-то, да, у меня и пальто зимнее тоже адидас. Ну, короче, я люблю адидас. Так, ну что, а мы, по ходу дела, с вами с вещами закончили. Давайте я вам покажу две пары обуви. Ну, в общем, я сейчас попробовала это <laughs> в торопях отмыть. Ну, не, обувь не грязная, все нормально. Просто я уж, очень активно уже хожу в этой обуви. Короче, это вот такие вот кроссовки. Вот такие вот кроссовки, как раз таки лакост. Здесь тоже вот лакост написано. В чем их прикол? Вы мне скажете, Лида, ну вообще, ты в своем уме, лето на дворе, плюс 25, какие нафиг кроссовки? Я вам отвечу, это не простые кроссовки, это кроссовки, вот здесь вот у них сеточка, видите мои пальцы, вот они, видите, я пальцами шебуршу, Короче, они продуваются со всех сторон, вот здесь, вот здесь, это просто сеточка, они такие легкие, они такие мягкие, вообще я люблю обувь лакост, у меня кеда есть лакост, классические белые, я, в принципе, за ними и шла, но что-то думаю, надо что-то новенькое, короче, и я увидела их, мне так нравится сочетание цветов, мне так нравится, что здесь вот розовая вот эта замша, здесь вот э, такая серая замша, синяя, здесь бирюзовая, короче, все классные цвета в них вообще не жарко, и они такие маленькие, у меня в них такая маленькая-маленькая ножулька, это так прикольно, симпатично смотрится, прям реально маленькая такая ножулька в них. У меня мама, когда у них увидела, я ей отправила фотографии, ну и когда приезжали, тоже говорит, слушай, какая у тебя маленькая ножка. Я говорю, так это кроссовки такие, я не знаю, ну, может, потому что здесь мало материала в них используют, ну, такие тонкие материалы, да, и ножка такая в них крохотулька, в общем, супер просто кроссовочки ко всему подходят, легкие, в них вообще не жарко, вообще просто. На самую жару. Я их в плюс 25 надевала. Они из платья, мы из брюк вообще совсем сочетаются. Короче, супер кроссовки. Так, сейчас я немножко подвинусь, у меня тут чуть подальше лежат другие кеды. Вот, короче. Сначала мы пришли в этот в Локост, я там заприметила их. Ну ладно, я думаю, пойдем еще посмотрим. И мы пришли в этот Карл Лагерфильд магазин. И я увидела там вот это. Сейчас, подождите, шнурки заправлю. В общем, я увидела там вот это. Вот это. Вот это вот. И они были еще на консультанше. Ну, там были такие вот с фуксийной вставкой и с золотой. И на консультанше были с золотой. И они так офигенно смотрятся на ногах. Я их померила и просто. Ну, вот, вообще, я планировала какую-то легкую, на самом деле, обувь. Это нифига не легкая обувь, а, но они такие качественные. А, это натуральная кожа, и внутри там тоже кожа. То есть, они прям добротные, их можно спокойно осенью носить. Мне очень нравится цвет этих вставок. Мне очень нравится вот таки, такой, такой расчерк. А, мне там написали некоторые девочки, что вот, а, типа, как это, знаете, аляписта. Ну, девочки, ну, какое аляписта? Но мне, например, скучно просто белые кеды. Я не знаю, все вкусы разные, но мне белые кеды, ну мне скучные, например. Я здесь ничего абсолютно аляпистого не вижу. Здесь вот так вот они просто белые. Здесь вот такой вот росчерк Здесь вот так интересно на язычке бу буковки железные такие. Карл, такая прикольная такая вот штучка. Они, знаете, на мо... ну я не знаю, возможно, они не пойдут на большой размер ноги, там 40-41. У меня 38 и, в принципе, нога узкая, ну, у меня маленькая ножка такая, и они на моей маленькой ножке так клево смотрятся, я не знаю, я прям, я их померила, и говорю, блин, я что-то мужу говорю, блин, не знаю, короче, они мне так нравятся, но мне летом в них будет жарко, и, в общем, решили купить и эти, и вернулись за лакостами, купили еще такие вот легкие лакосты. Ну, в общем, девчонки, они просто кайфовые. И я, когда приезжала в город, мне подруга сделала комплимент, говорит, такие классные у тебя ботики вообще. Офигенно, они тоже и с платьем очень круто смотрятся, и с брюками, и с узкими, и с широкими вообще, короче, и у меня есть джинсы, вот мои любимые, вот я опять про них говорю, ливайс классические прямые джинсы, вот классика ливайс 500 501 модель, по-моему, и к ним очень сложно подобрать обувь, потому что они вроде широкие, у меня ножка маленькая, и когда надеваешь какую-то такую -то же маленькую обувь, кажется, как будто вообще еще меньше стопа, а вот с этими прям очень гармонично, вот они прям как ни странно с широкими брюками смотрятся прям очень кайфово. Слушайте, ну вроде ничего не забыла. Вроде все показала. Я тут сейчас эти вещи, когда собирала, вроде все показала. <laughs> ну, в общем, вот такие вот покупки, опять-таки, прошу без критики, мне она не нужна, я полностью довольна своим выбором и своим гардеробом, вот, ну, если вам понравилось, мне будет приятно почитать ваши комплименты. Я вам желаю приятных покупок. И главное, чтобы эти покупки вам приносили удовольствие, чтобы вещи вас радовали, потому что вещи отражают наше настроение. Мне очень нравится как-то, знаете, сочетать. Может быть, может быть для кого-то мой стиль кажется странным или каким-то, ну, не знаю. Но мне нравится это отражение меня, моей души. Я не обязана всем нравиться, да. Вот, просили, просили девчонки, покажи вообще свои вещи, свой гардероб. Девчонки, может быть, как-нибудь сниму. Ну, я хочу сказать сразу, что у меня не так много вещей. То есть, я повторюсь, у меня, знаете, такие проверенные временем мои вещи, которые были куплены по зову моего сердца. Может быть, покажу, ну, так вот просто в двух словах. У меня базовые рубашки, лакост, белая рубашка есть, такое платье базовое, тоже лакост, песочное такое льняное платье, футболка базовая, белый лакост. Вот. Вот такая вот олимпийка. Ну, короче, у меня мало вещей это на самом деле. Вот я вот сейчас закупилась, и это мне, наверное, ну, может быть, обувь я могу носить года по три. Вот. Ну, я стараюсь качественную обувь брать. Ну, вот в плане вот такие кожаные кеды. Э, если за ними хорошо ухаживать, э, после каждой прогулки я чищу белую обувь специальными салфетками, чтобы грязь не въедалась. Могу постирать шнурки, могу, могу замочить белые кеды и они нормально высыхают, На солнышке не портятся, ничего с ним не случается. Если обувь качественная, то почему бы ее не носить года три? Повторюсь нету шапоголизма. У меня вот есть, например, э, осенняя обувь. Это доктор Мартинс, классические ботинки. Но там не совсем классическая модель, они сделаны из мягкой кожи, поэтому они нигде не натирают. Уже третий год пошел, и они как, ну, я за ними хорошо ухаживаю. Я, когда их покупала, я купила в магазине фирменный и специальный воск для этой обуви, и ухаживаю с помощью этого воска, и у меня обувь в хорошем состоянии, она хорошо выглядит, хорошо носится, вот, поэтому вот так. Спасибо, что посмотрели это видео. Я вам желаю хорошего дня. Целую вас, обнимаю. Пока-пока.